Минута в минуту. Радио Балтком. Новости хорошего зрения представляет комплекс лютеина и жирных кислот омега-3 Окувал. Осенью и зимой организму начинает не хватать витаминов. Особенно чувствительны глаза, которые в это время года ослабевают от множества вредных факторов. Сухие, слезящиеся, уставшие глаза, нечеткое и расплывчатое изображение говорят о том, что ваше зрение надо укреплять. Качество и четкость зрения зависит от лютеина. Его главная функция – поглощать световые лучи и защищать от чрезмерного воздействия солнца, особенно от самых активных и вредных спектров ультрафиолетовых лучей – синего и фиолетового. Именно лютеин помогает улучшить остроту зрения и различение деталей, укрепляя защиту от свободных радикалов, которые образуются на прямом свету. При недостатке лютеина в организме зрение сильно страдает. Ухудшается четкость видимой картинки, дегенерирует сетчатка, мутнеет хрусталик, наступает частичная слепота. Ученые, учитывая особенности нашего организма и итоги последних исследований, разработали ряд витаминных комплексов с лютеином. Особенно положительно себя зарекомендовал комплекс с добавлением жирных кислот омега-3, который является эффективным средством для защиты глаз и замедления развития глазных болезней, витамином А, который восстанавливает и способствует улучшению адаптации глаз в темноте, рибофлавином, который улучшает проводимость нервных волокон глаза, и цинком, который защищает энергетические и регенеративные процессы в тканях глаза. Новости хорошего зрения представил комплекс лютеина и жирных кислот омега-3 Окувал. Комплекс лютеина и жирных кислот омега-3 в пищевой добавке Окувал является эффективным средством для защиты глаз и замедления развития глазных болезней. Витамин А, рибофлавин и цинк, которые также входят в состав Окувал, помогают сохранить нормальное зрение. Окувал, чтобы видеть все в самый нужный момент. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Хотя мы и работаем на радио, тем не менее, зрение... Все-таки радио сейчас больше, чем просто звук, и за нами можно наблюдать также в прямой трансляции на Фейсбуке, на нашем канале. И, конечно, замечено, что осенью мы хуже становим, ну, ухудшается у многих людей зрение, начинаются какие-то проблемы со зрением. И вот на эту тему мы продолжаем беседовать с нашими экспертами. Сегодня в нашей студии медицинский представитель фармацевтической компании «Валентис» Елена Бижанэ. Здравствуйте. Здравствуйте. И оптометрист сети «Оптик Филман» Валерия Брестская. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну и говоря даже вот о предстоящем локдауне, все-таки опять это зумы, это удаленка, это люди будут работать у компьютеров, и наверняка нагрузка на зрение возрастет, а плюс еще и уменьшается световой день, и не так ярко светит солнышко за окном, и все это тоже создает какие-то определенные проблемы, очевидно. Совершенно верно. Мы, в принципе, сейчас-то люди приходят и частично свои проблемы со зрением списывают на прошлый локдаун. Теперь мы заходим во второй локдаун, так что будут продолжать списывать проблемы со зрением на это тоже. И это, конечно, тоже влияет, и синий свет, и компьютеры, и телефоны. И про детей, если мы говорим, то в последнее время среди учащихся тоже стало больше нуждающихся в чем-то, в какой-то защите для глаз, как раз на фоне того, что мы переходим на удаленное обучение, на дистанционные кружки и все в таком духе. Но наверняка все-таки есть у вас рекомендации, советы. Вот мы в прошлой нашей встрече начали говорить о том, что очень важно принимать лютеин, о том, что влияние жирных кислот омега-3 тоже позитивно на зрение. И подчеркивали то, что, в принципе, нужно соблюдать какой-то комплекс. То есть только вот употребление одного какого-то компонента, оно не гарантирует... хорошего результата. То есть, есть ли еще какие-то вот элементы, вещества, витамины, например, которые могут способствовать улучшению зрения? Да, необходимо принимать витамины, да, сейчас в это время комплекс витаминов, где содержится дозировка 30 мг лютеина, цинк, витамин А, омега-3, витамин В2, рибофлавин. Ну, нужно обращать внимание, конечно, на дозу лютеина, чтобы это была бы большая дозировочка 30 мг, да, потому что чем выше концентрация лютеина, тем лучше всего влияет на макулу, на этот желтый пигмент, который отвечает за центральное зрение. Потому что когда у нас не хватает лютеина,
развивается так называемая возрастная макулярная дегенерация, то есть это теряется центральное, ну, ухудшается центральное зрение, теряется четкость, контрастность, выпадают буквы при чтении, и мы обращаем внимание всегда на комплексы с большой дозировкой лютеина. Ну, вот вы сказали рибофлавин, это что это, можно ли все-таки как-то поподробнее? Рибофлавин – это витамин В2, который принимает участие как в белковом, жировом, так и углеводном обмене, а также поддерживает нормальное зрение, функции глаза. В хрусталике витамин 2 поддерживает запас глутатиона, это активный антиоксидант, и, конечно, при дефиците витамина 2 могут развиваться различные серьезные воспалительные процессы, воспалительные заболевания, роговицы, болезни сетчатки, болезни зрительного нерва, развитие катаракты. Недостаток рибофлавина, то есть витамина В2, в организме может привести к разрыву мелких кровеносных сосудов глаза и нарушению зрения в сумерках. Да, то есть очень огромную и важную функцию играет витамин В2. Покупая комплекс витаминов для глаз, обращаем внимание, чтобы там тоже был бы присутствовал этот витамин. Витамин А. Наверняка многие вот считали его вообще самым главным, считали, что в морковке там содержится его очень много. Насколько это вот миф или реальность? Ну, в морковке его действительно много, и морковку кушать надо, но важно понимать, что витамин А, он не только он единственный, который, в принципе, для зрения помогает, поэтому речь идет о комплексе витаминов, когда они помогают усвоению друг друга, они идут как бы вместе. То есть, если мы опять-таки возвращаемся к тому же витамину В2, редко в организме есть дефицит именно этого витамина, то есть не хватает его и дополнительно того, что помогает усвоению. Соответственно, морковку-то грызем, но из морковки мы тоже не можем усвоить максимум необходимого этого витамина. Поэтому витамин А нужен в комплексе с тем же цинком, если мы говорим про сумеречное зрение, потому что витамин А у нас от куриной слепоты спасает это сумеречное зрение, если в народе, то и цинк тоже работает на то, чтобы именно сумеречное зрение было лучше, и тогда они в комплексе уже дают больше эффект. То есть морковку грызем, но не забываем о том, что все-таки комплексе. Не забываем про черную смородину. А вообще, а морковку-то в каком виде? В сок или вареная морковь там? Ну, вареная нет, сок. Но если мы говорим про свежевыжатый сок, то важно их выпивать сразу. Тогда там это максимальная как раз концентрация витамина. И повышаем усвояемость капелькой оливкового масла. А еще лучше грызть. Тогда мы не только зрение улучшаем, но и зубы. Слушайте, у нас третий эксперт тут образовался в студии. Ну, я как очкарик с 30-летним стажем, даже, ой, нет, 40-летним стажем, извините. Ой, у меня, кстати, вот я периодически надеваю очки, кстати, Филман, да. Приятно слышать. Да, но только вот нужно будет еще раз проверить зрение, потому что чувствовать, что уже начинает ухудшаться. И витаминный комплекс. Витаминный комплекс. Не забыть принять. Да. Но мы начали с вопроса, ну, точнее, провели параллель или это совпадение, что осенью ухудшается зрение. С чем это связано? Ну, если вынести за скобки локдауны, компьютеры, синий свет и так далее. Сокращение светового дня. Ну да, очередь. И снижение концентрации возможных витаминов и полезных веществ в организме, да, потому что мы, я уже упоминала это в прошлый раз, да, что мы накапливаем, конечно, за лето себе всевозможные полезные вещества и витамины благодаря обилию овощей, фруктов, зелени, но к октябрю месяцу, то есть у нас эти все уровни падают, да, и, конечно же, требуется пополнять комплексами витаминов, потому что, ну, мы уже не можем пополнить питанием, хотя и этого тоже недостаточно, надо все равно думать. А что вы можете порекомендовать? Я, например, обратил внимание по себе, ну, прям реальная история, к концу дня я чувствую, снижается зрение, прям падает, все как в тумане. С утра нормально, четко, прекрасно. К вечеру наоборот, с утра вообще туман не могу глаза какой-то открыть. Такой в глазах. Что делать? Как спасаться? Ну, здесь в первую очередь, наверное, важно понимать, до сих пор ли вам очки соответствуют, ну, именно состоянию зрения, потому что если мы берем...
Ну, в первой половине дня у вас еще и энергии, то побольше, и сил побольше. Вы еще не засиделись, не потратили, не отдали что-то в этот день. Спасибо за комплимент. Я-то с трудом пришел в эфир. Каждое утро с трудом дошел. К вечеру просто у нас тоже все эти резервы падают. И, в принципе, если мы говорим про какие-то вот изменения зрения, опять-таки, про изменения в сумеречном зрении, то как раз вечером-то все эти звоночки и срабатывают, что и даже сами люди отмечают, что с утра там я читаю хорошо, а вечером я уже читать не могу, и отдалить текст не помогает, хочется больше света. То есть сумерки – это и вечернее время, это вообще такое, как стимулирует именно обращать внимание на какие-то вещи, где где-то чего-то недостает, и например, как катализатор например, срабатывает. Например, на лютеин обращать внимание. На лютеин в том числе. Я выучил новое слово, спасибо. Цинк, кстати, вот мы про цинк ничего не сказали поподробнее. Что, зачем, в чем его польза? Цинк входит в состав ферментов, которые регулируют зрение в темноте и помогают быстро адаптироваться при ярком освещении. Да, то есть, возможно, водителям знаком этот эффект, да, когда в темноте вот эта вспышка, кто-то не переключил дальний свет, да, и то есть, ну вот, очень бывает долго, ну, вот метлики в глазах, то есть восстановиться нужно. Так вот, цинк, он как бы отвечает за зрение именно в темноте. Так, цинк содержится в устрицах, лобстерах, крабах. Ну, есть и такие более простые продукты. В крабовых палочках, простите. Не думаю. Говядина, свинина, обычные бобовые. Хорошо, начали. Нет, мне начало больше понравилось. Хотите сохранить зрение как можно дольше? Рекомендация вам переселиться на берег Средиземного моря. Или в замок какого-нибудь лорда, где подают дворецкий. Главное, чтобы устрицы были. Ну, я же упомянула, что здесь есть еще более простые продукты. Бобы, бобовые, да, 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 да. Чечевица. Да, то есть не обязательно переселяться. Но про цинк еще можно отметить, что он является антагонистом свинца. То есть если мы говорим про загрязнение окружающей среды и, опять же, тех же водителей, где у нас выхлопные газы, и, в принципе, они больше подвержены именно воздействию там, на каких-то стоянках, если про дальнобойщиков говорим, то цинк им нужен для того, чтобы как раз этот свинец из организма выводить, чтобы не было каких-то осложнений, связанных с этим. То есть можно говорить о группах риска, вот связанных с профессиями, да, тоже прямо вот. Водители, да. Которых, и темнота, и выхлопные газы, да, то есть, конечно, им стоит. Все перечисленные факторы риска, получается. Возрастная группа, кстати, вот с возрастом, с какого возраста уже начинаются проблемы со зрением? Ну, если мы, например, говорим конкретно про комплекс витаминов, да, и делаем упор на, не знаю, мне хочется сказать, бомбическая концентрация лютеина в данном препарате, то, конечно, в первую очередь мы думаем про дегенерацию сетчатки. Основная группа риска – это 50+. Плюс, к сожалению, к моему сожалению, больше от этого страдают женщины, чем мужчины, да. Наследственность, конечно, тоже имеет место быть. Соответственно, если, скажем, в роду есть, что там бабушки, дедушки страдали от дегенерации сетчатки, то нужно немножечко пораньше уделять этому внимание, не ждать 50 лет. Но, в принципе, возраст – это 50+, конкретно если про лютеин, ну вот на что мы обращаем внимание. Но здесь я бы хотела сказать, что возраст, наверное, не всегда основной параметр, потому что если мы говорим про усталость глаз, про нагрузку на зрение, это характерно и для молодого поколения, и для офисных работников, и ну, даже для, скажем, тех же студентов. То есть это, в принципе, присутствует. То есть рамок нет. Нужно ли обращаться к врачу для того, чтобы понять, ну, надо пропить этот курс витамин, ну, вот этот комплекс всех витаминов, или это, в принципе, ну, по ощущениям достаточно? Вот я чувствую, что действительно стал хуже, вот как-то ухудшается, надо пойти. Не обязательно к врачу, можно подойти в любую ближайшую аптеку, может быть, с помощью какой-то консультации оптику тоже. Фармацевта, или же подойти в оптику. Ну, в принципе, тут не нужен ни рецепт, да, это абсолютно спокойно можно, если есть какие-то симптоматика неприятная, и в ближайшую аптеку, в ближайшую оптику подойти и спросить комплекс витаминов, желательно с содержанием лютеина 30 миллиграмм. У нас остроумные эти слушатели шлют черный плакат «Черная икра – это полезно, заставляя себя есть черную икру», прислали нам. Агитплакат 50-х годов прошлого века. Если, ну,
не если, спасает ли, актуальна ли какая-то гимнастика для глаз, или это что-то из области смешного и прикольного, издевки? Сфокусируйся так, сфокусируйся сяк. Гимнастика – это хорошо. Мы тренируем мышцы, мы тренируем мышцы глаз, мы тренируем глаз как орган. Но гимнастика не лишает вас необходимости носить очки, если они вам нужны. То есть гимнастикой мы не можем убрать свой плюс или минус. Гимнастикой мы не можем убрать какие-то возрастные изменения в структурах самих глаз. Ну и зачем она тогда нужна, эта гимнастика? Понимать. Напрягаться только. Для расслабления глаз как таковых. Потому что вы же глаза, когда напрягаете, их нужно когда-то и расслаблять, они же должны отдыхать. А вздремнуть не работает? Вздремнуть, ну, тоже работает, но вам-то нужно еще и в течение дня их расслаблять. Если мы говорим про тот же компьютер, есть хорошее правило 20-20-20. Я перешлю запись этого эфира руководству радиостанции. 20-20-20 – это что такое? Это через каждые 20 минут вы на 20 секунд должны отвлечься от какой-то зрительной задачи для того, чтобы следующие 20 минут как бы работать с новой силой. И доказано, что к вечеру усталости будет значительно меньше, чем если эти перерывы не делать или делать, скажем, длительные паузы, ну, скажем, там, перерыв на обед, если рассчитывать, как вот, что вы отдыхаете от своих непосредственных обязанностей, связанных с сидением перед монитором, то это не сработает так эффективно, как каждые 20 секунд просто отвлекаться, хотя бы закрыть глаза, посмотреть в окно, направо-налево вот эту гимнастику, как раз просто курс пройти вот по часовой стрелочке глазком, это уже вы их главное не перепутать, что каждые 20 секунд на 20 минут отвлекаться. Я все-таки настаиваю на том, что вздремнуть – это тоже метод, и готов его практиковать ежедневно, начиная с сегодня. Вот уже можно, ну, подводя итоги, все-таки мы проговорили о том, что лютеин очень важен, и он обращать необходимо внимание, вот если мы приходим в аптеку, у нас, ну, чувствуем, что проблемы со зрением, значит, нужно на какое количество лютеин, вот понять, что не просто он присутствует, но и присутствует в хорошем количестве, как это понять? Смотреть на упаковочке, непосредственно состав. То есть, в принципе, если мы говорим про конкретный продукт, то 30 миллиграмм, но это реально как минимум в 3 раза больше всего, что я видела где-то до этого. Я еще специально прошлась, посмотрела, где какой состав, а где-то это и в 5 раз больше того, что предлагает, скажем, кто-то другой. То есть, чем его больше, тем больше шансов у вас усвоить необходимый минимум, который это 6 миллиграмм в день. То есть из 30 вы их быстрее доберете для себя, чем, скажем, если их всего 6 предложено в составе. И кроме лютеина, это омега-3, цинк, рибофлавин и витамин А. Да? То есть это те вот компоненты, которые должны обязательно присутствовать в комплексе, да, который помогает зрению. Все это работает как бы именно, вот, именно в комплексе, потому что по отдельности, как мы понимаем, значительно меньше пользы. Они усиливают эффект друг друга. Сколько, в принципе, вот такой курс должен продолжаться? То есть продолжаться должен, ну, не знаю, всю осень, всю зиму или какой-то... Ну, я обычно, как мы вот придерживаемся в оптике, советуем этот курс проходить 2 раза в год, осенью 2 месяца и 2 месяца весной, потому что весной у нас опять-таки авитаминоз, и начинаются другого рода проблемы, то есть вот осенью подкрепиться к зиме, и потом, чтобы уже в лето прийти не совсем истощенным, а все-таки с чем-то уже в основе, что осталось летом, дополнить и подкрепить. Ну что же. Благодарим за рекомендации. Да, спасибо большое. Спасибо. Медицинский представитель фармацевтической компании Valentis Елена Бижана и Валерий Блеска, оптометрист сети Оптик Филман, были сегодня с нами в студии. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Новости хорошего зрения представляет комплекс лютеина и жирных кислот омега-3 Окувал. Осенью и зимой организму начинает не хватать витаминов. Особенно чувствительны глаза, которые в это время года ослабевают от множества вредных факторов. Сухие, слезящиеся, уставшие глаза, нечетко и расплывчато.